Добрый вечер, вы на канале Модные практики. Сегодня с вами сестры Паукште и Паукштите. И у нас сегодня для вас новогоднее поздравление. Совсем немного осталось до Нового года, и нам есть что вам сказать. И сегодня мы хотим поблагодарить каждого из вас, то, что вы остаетесь с нами, смотрите видео, которые выпускаются на YouTube-канале. Вы делитесь вашими прекрасными изделиями в социальных сетях. Кто-то с нами совсем недавно, кто-то уже много лет. Мы рады, что мы вместе идем вперед. Мы рады, что нас объединяет одна цель – украшать собой мир и повышать свое швейное мастерство. Благодарны за то, что вы вдохновляете нас своим примером, а мы вдохновляем вас на новые подвиги. Мы с вами вместе пережили очень сложный год. Все помнят, что в сентябре умерла наша мама Ирина Михайловна Паукште. Не знаю, можно сказать, что вождь, так сказать, нашего женского племени, который очень, мы все ее очень любили, вдохновлялись ей, брали с нее пример. И, конечно, нам всем ее очень не хватает. Уход Ирины Михайловны – это наша общая утрата. И наша, и ваша, и утрата всего проекта. Но я искренне верю, что энергия Ирины Михайловны и часть ее души остается с нами. С дочерьми, с ее верными учениками, со зрителями, со всеми теми людьми, которые ее окружали в обычной жизни вне Ютуба. Я верю, что она продолжает жить в своих видео здесь и продолжается в тех видео, которые мы переводим. И даже те люди, которые никогда не видели ее в жизни и только начинают смотреть наш канал, вы можете учиться у этого прекрасного человека и перенимать ее знания даже сейчас, после ее ухода. Мы получали и получаем много писем о том, что многие из вас потеряли своих близких в период пандемии. Мы с сестрой соболезнуем каждой семье, в которой случилось это горе. Но тем не менее, как говорила Ирина Михайловна, жизнь продолжается, и нам необходимо двигаться дальше, двигаться вперед, продолжать жить полной и наполненной жизнью, любить своих детей, свою семью и то, что нас окружает. Модные практики объединили многих людей по всему миру. Это и Россия, и английский канал, и Германия, и Италия, и теперь еще Испания. За этот год к нам присоединилось много новых людей. Нас слушают на разных языках. И это все модные практики. Браво модным практикам! Ирина Михайловна всегда говорила, что мы лучшие, и невозможно с этим не согласиться. Всех нас объединяет любовь к красоте, неравнодушие к красоте и желание проявлять ее в окружающем мире. Сегодня хочу вспомнить знаменитую фразу Ирины Михайловны, когда она говорила: «Девочки, давайте пойдем украшать собой мир». В этой фразе кроется смелость слышать себя и свои желания и заявлять миру о себе. И, конечно, красота – это любовь. Ведь только через любовь мы можем восхищаться прекрасным в этом мире. Давайте же любить себя, своих близких, свою семью, свое окружение, город, в котором живет каждый из нас. Давайте делиться этой любовью с окружающими и со всем миром вокруг. Еще немного, и часы пробьют 12 часов. И в этот торжественный и праздничный день мы от всей нашей большой команды модных практик и от себя лично, от Инги и от Ольги Паукште, желаем вам счастья, здоровья, исполнения желаний, чтобы все намеченные цели сбылись, чтобы было много чудес, много положительных эмоций. И, конечно, оставайтесь с нами и шейте себе красивые модные вещи. Также я желаю каждому из вас на новогодних каникулах найти время для себя, порадовать себя чем-то, лично себя чем-то порадовать, то, о чем вы давно мечтали, но у вас не хватало на себя времени. И, конечно, пусть сегодня наши пожелания такие банальные, но очень важно это здоровье, счастье, свое и своих близких. В этот праздничный вечер я желаю каждой семье здоровья, счастья, любви, исполнения желаний, чтобы все происходило так, как вы хотите, так, как вы задумали. Желаю много ярких, интересных событий в новом году, чтобы близкие вас радовали. А вы радовали близких. Мы желаем вам здоровья, успехов, творческих побед. Оставайтесь с нами, мы вас очень любим, каждого обнимаем. Смотрите наши видео на новогодних каникулах и шейте вместе с нами. И в этот праздничный час я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. До встречи в новом 2022 году. Ура!